Слушай, мне кажется, они все еще деньги. Время в Рио, продлили работу. Катя, поздравляю тебя с финалочкой. Ты счастлива? Я? Они позже. Они... Пока я спокойна, как тапочка. Насчет счастья будет понятно, наверное, ближе к вечеру. Какой результат для себя ты скажешь, он умеренный, я довольна? Я в любом случае довольна, потому что я не собиралась в Киев. Я отыграла последние 3 месяца в онлайне практически без перерыва. Мне немножечко стрекануло под середину апреля, поэтому у меня рабочий отпуск. Я уже довольна по умолчанию, потому что я очень люблю Киев, я приехала, здесь было лето. А случайным образом каким-то оказалась на финалке, ехала. Как говорят, сиди, чем дольше сидишь, деньги давать начинают. Вот я примерно с таким вот посылом все сидела 3 дня. Ты сегодня очень элегантно в платье, в таких туфельках красивых. Мы с подругой ходили вчера в караоке. К сожалению, у нее не получилось дойти до финального стола, что не помешало нам вчера развлекаться по полной программе. И мы договорились, что мы просто сразу оденемся прилично. Потому что будет еще леди Бамон, чтобы никогда домой не переодеваться из растянутых спортивных штанишек и футболок, можно одеться сразу и без готового вечера. Так что у нас сегодня все девочки должны быть готовы. Кого за столом ты считаешь самым опасным соперником для себя? Самым опасным соперником для себя, я считаю, чип-лидер этого стола. Типочка. Подозрительного типочка Дима Чопа. Удачи тебе, Катя. Спасибо большое. Ребята, я знаю дорогу. Так, что у нас? Кого 9-го?